И меня это не сильно беспокоит. Меня больше беспокоят военные действия рядом, чем может он признать, не признать. Тут, понимаете, признавай, не признавай, они уже отдельно. А там, что будет дальше, возможно, и договорятся с Украиной, а возможно, и нет. Я не видел ничего такого, что было бы плохого, чтобы кто-то ушел. Жалко, конечно, что столько жизни потерялось на этой войне. Это да, столько поломанных судьб. Это плохо. А что касаемо, уходят, все. Мы уже по-другому ничего не сделаем. Не вернуть их.